А во сколько лет ты узнал, что... Мужчина переехал в новый дом и обнаружил там зловещую куклу с запиской. 32-летний Джонат Льюис недавно купил дом в Уолтоне, Ливерпуль. И когда делал ремонт, то случайно пробил стену под лестницей и нашел старую тряпичную куклу, которая держала записку, написанную от ее лица. Кукла рассказала о том, что убила старых хозяев еще полвека назад. Ну нахер. Завершалось письмо словами: «Я надеюсь, что у тебя есть дома ножи и ты хорошо спишь». Британец посмеялся над находкой и заявил, что не верит в проклятие, и для него все это кажется забавным. По мне, так надо сваливать с этого. А, да, он же, кстати, пропал через 2 года. Никто из вас не хочет купить себе домик?